Доброго времени суток, дамы и господа. Само собой, с целью того, чтобы начать лутать страницы, нам нужно сдать квест, который мы получаем при пролутке второго руководства Амариона, который лутается в старом Ноксрамусе. Для него мы тоже должны сделать доступ. А чтобы сделать доступ к старому Ноксрамусу, мы должны сделать доступ к старому некроситету. Теперь мы можем поговорить, для чего вообще это нужно. А нужно это для того, чтобы сделать два достижения. Первое достижение называется «Обойдемся без Вильгельма». Мы должны собрать абсолютно все странички, которые находятся в старом Ноксрамусе. А второе достижение под названием «Всегда по душе». Мы можем как сами скрафтить комплект, при этом потратим жетоны, получим рецепты, изучим их при фуловой классической репутации, и в будущем можем через систему заказов на этом немножко наварить голды. Либо просто-напросто мы покупаем все 8 вещичек, которые нужны нам по типу брони, плюс плащ. Таким образом получаем сет. В целом, реагенты для изготовления этого ледяного сета недорогие, примерно 20-25 тысяч золота. Страницы мной были собраны примерно за час. Уверен, вы это сделаете примерно за полчаса, глянув видосик. Суть в том, что в данном видео я построил идеальный маршрут, который позволит вам сэкономить кучу времени. Если вы будете нажимать кнопки на скорость передвижения, если вы будете понимать, где вы находитесь, то вообще будет все идеально. Страницы 16 штук, они построены таким образом, что находятся примерно по 4 штучки в каждом квартале. То есть сначала идет квартал номер 1, потом квартал номер 2, потом номер 3, номер 4. И удобно их собирать, опираясь на видосик. Я сам свой видосик пересмотрел 2 раза, и тут вот не прибавить, не отнять, как по мне, идеально. Рассматривайте абсолютно каждый момент. Я обязательно впишу тайм-коды в ближайшее время к этому видосику, и вам будет его смотреть еще приятнее. А далее подрубаю вам музычку, изучайте моменты, смотрите за мышкой, смотрите за окружением, и думаю, страницы в целом пролутаются довольно-таки быстро. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!